вот вы видите, снова возвышается небольшая кучка земли. Это подземный гость снова пришел на нашу территорию. Мы постараемся его поймать, что бы нам это ни стоило. И вот, дорогие друзья, мы вырыли небольшую ямку снова. И вот две дырки. Я их называю вход-выход, как уже было показано в предыдущем фильме. Обязательно, чтобы был вход-выход. То есть, как бы разъединенная конструкция была. Разрыв. И один капкан мы поставим налево, а другой направо. И будем ждать. Я еще хотел бы заметить, что мы сделали вот эти вот два отверстия рядом с фруктовым деревом. Это слива. То есть мы переживаем, что эти вредители, в данном случае один, будет грызть наши корни фруктовых деревьев. Вот поэтому мы будем охотиться на него, а не так, чтобы ради любопытства. Наш привычный капкан, уже опробованный, так скажем, годами. Вот. Немножко его так землей протираем, чтобы был вкус земли. Вот капкан взведен. И мы ставим его в один вход. Так. Вот второй капкан. Он свободный, но фиксированный на веревочку. И присоединенный к нашему основному месту. То есть к штырю. Тоже смазываем его. И взводим, как курки. И ставим во вторую. И ждем гостей. Фиксируем в землю наш держатель. Вот. Поскольку у нас живут куры и кот, мы накрываем нашу яму куском старой фанеры и будем ждать. И вот наша сегодняшняя яма. Итак, посмотрим, что же у нас получилось. Открываем нашу Чарли. И вот, по-моему, мы сейчас сделаем, чтобы сработало это устройство одно. Так, сработало. И вот наш гость появляется во всей красе. Вот он, наш уважаемый гость. Чарли. Сейчас я попробую его разжать и показать. Вот такой вот со всех сторон. Он вроде бы как улыбался, смеялся. Вот у него такие вот лапки. Вот такой. Чарли. Чарли пытается знакомиться.
Вот так у нас состоялась охота на гостя. Ну а яму зароем, и все будет по-прежнему. Всего доброго, до новых встреч!